Итак, сегодня первый день зимы. На улице гололед. Но мы вам показываем, как работает фирма «АвтоВосток». Я, конечно, понимаю, что все машины рано или поздно ломаются. Но «АвтоВосток» вам всегда выдает все то, что нужно. И «АвтоВосток» занимается поставкой запчастей на корейские машинки. «АвтоВостока» в городе много. Начиная от вокзала и кончая Орджоникидзевской частью. И мы приехали на Ленина 133. Для того, чтобы вам показать еще одну вещь. Именно приезжая сюда, вы себе можете купить... Что купить? На улице что у нас? Гололед. Понятное дело, что даже я, ездя на японском автомобиле, и в меня в этом году уже 3 раза заехали. То есть я уже ничего и не делал, вот так случалось. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Вот. Если вы едете на корейском автомобиле, даже если что-то случилось, и вы нигде не сможете купить запасные части, то «АвтоВосток», во-первых, запасные части вам даст в наличии. Во-вторых, еще и оформит замечательный кредит на сумму от 3000 рублей. То есть, если что-то где-то бабахнулись, приехали сюда, взяли запчасти, поставили запчасти, едете на новом автомобиле. И в эту замечательную пору вы бы хотели увидеть, как машины бьются. Добились они точно так же, как и раньше. Просто люди не понимают результат, кое я озвучиваю уже 13 лет. Чтобы вы не бились по утрам, зимнюю резину необходимо одевать до 10 октября, либо липучку. И это правило, так же, как и снимать 10 мая. Бывают, конечно, дни веселые, но в эти моменты лучше дома посидеть. Так что простите, вы это не увидите, но прелесть-то есть. Если кто-то въехал к вам или вы случайно кого-то задели, то на все машины из Кореи в наличии запчасти здесь и в кредит. Теперь цена вопроса. И по сути-то здесь дешевле всяких наших ВАЗа-марок. И все это клево было бы, но наши ВАЗа-марки в большинстве своем только начали выпускаться. Поэтому, господа, желающие ездить на отличных от других и грамотных корейцев, лучше взять корейский автомобиль, и по комфорту он не уступающий американцам. Ну а по цене такой же, как и они, на eBay. Скажите, пожалуйста, вы часто здесь покупаете запчасти? Регулярно, как только по мере надобности, я постоянно пользуюсь именно этим магазином. А какие у вас характеристики, что, как они работают? А конкретно по моей машине запчастей... Ну, всегда нужно найти только в этом магазине. Ну, и я уверен, будет, что будет именно оригинально и то, что мне нужно. И недорого. Да, цена тоже здесь, в отличие от других, немаловажная причина, чтобы я здесь пользовался. Я, конечно, понимаю, что вы пришли за банальной вещью, да, молдинг на Nexia, но нигде не смогли найти? Не смог. А здесь нашли? Нашел. Вот и правильно, да? Согласен, правильно. То, что за моей спиной, находится во всех отделениях фирмы «АвтоВосток». Где-то чуть-чуть меньше, где-то чуть-чуть больше, но вот... И вот в этом месте вы можете купить себе все. Почему вам сюда сказали, куда необходимо приехать? То есть на Ленина 133. Потому что вы здесь можете устроить себе супер и мега дешевый кредит. Но не только за этим сюда люди приезжают, правильно? Они приезжают за тем, чего нет в других магазинах, а здесь оно есть. И еще раз напомним, все есть в наличии или привезут в ближайшие сроки. Да потому что это «АвтоВосток». Фирма солидная, работает долго. Кроме того, в отличие от дилеров, здесь работают на вас, а не на того перца из Челябинска. У нас вообще как-то странно получается. Везде иномарки рекламируются, а у нас нет. Ну да ладно. Но в итоге понять надо. Вы ездите на машине, и я вам точно расскажу, что рано или поздно либо в вас, либо вы куда-то заедете. Ну а теперь надо понять, на какой машине вы ездите. Понятно, что все машины после 92 года это сплав из чуть-чуть металла и пластика. Но все это продается, да еще с минимальным процентом. Ну а где? У дилеров или на рынке? И я вам объясню. В этих местах вы позволяете кренделю крутить на вас. Но в «АвтоВостоке» такого нет. Больше товара, лучше результат. И поэтому думайте, и думайте однозначно, где дешевле. Во всем остальном. Ну, «АвтоВосток» работает исключительно для вас. Для тех, кто ездит на весьма распространенных в России корейских автомобилях.
Потому что в действительности только Корея производит все то, что она производит у себя на территории России. Так что, ребятки, ездить надо, поверьте мне, и на корейские автомобили в том числе.